Блин, музыку выключил. Да. На это время. Демонтаж. Все, я без маффана. Ну, пока что да. В общем, нам надо поменять две лампочки в блоке печки. Для этого нам нужно снять двигатель, скинуть коробку переключения передач. Разобрать заднюю подвеску. Поменять лобовое стекло. Поменять лобовое стекло. И тогда мы сможем поменять две лампочки подсветки прибора. Посвети туда вот. Или нам возьми мой трубу. Твою труба, так я и так свечу. Да ты плохо светишь. Не, давай твоя труба будет светить. Свети мой труба. Ты своей шапкой закрываешь все светило. Что, мне снять? Могу снять. Вот. Так лучше? Ты сейчас своим лицом будешь все закрывать. Что тогда делать? И что же делать? Нафиг ты эту кассету так жестко поставил? Да потому что, чтобы у тебя магнитон не спиздил. Так она все равно вынимается легко. Ну, это было предусмотрено как бы для того, чтобы вставить потом нормально магнитон. А? Это с, так сказать, с задумкой на будущее. Хреновое будущее. О, что-то серьезное. Лампочки снизу. Какая дичь. Блять, я все усики выгнул. Все, что можно выгнуть, я выгнул. Где ты все держишь? Момент истины. Сейчас или что-то отъебнет, или все получится. Да, отъебнет по-любому, там защелка она, ее надо отжать. Отжать у нас ее не получится. Хотя хуй знает. Отжать. Мы вообще ничего ни у кого не можем отжать. Блин. То одна, то вторая отъебнет. Как больно на это смотреть. Сука. Мне кажется, это надо делать плоской отверткой. Так это плоско. Да? Ну да. Какая-то она так себе плоская. Плоская. Вот что-то, блядь, она туда-сюда хуякала. По идее, уже должна отщелкнуться. Что-то мне подсказывает, Никита, что эти все-таки надо вынуть. Кнопочки? Да, потому что, блядь. Мне кажется, не надо. Да надо. Потому что я их вынимал. Вот я ничего не пойму. Там вроде как саморез, но шлица на него нет. Нет, не смотрел. Ну вот это вот. Сломай ее. Ну че это такое? Не, ну это металл какой-то. Видишь? Срань какая-то. Где так торпеда гнется? Она ж мягкая. Блять. Твою мать, Дёма. Все, я не могу на это смотреть. Не смотри. Да ты сейчас разъебешь. Да она вон, видишь, назад возвращается, как бы не видно трещин. Совсем не видно. Не видно. Не смотри. Так, блять, а что я тебе сделаю, ну реально? Мне было бы спокойнее, если бы я ее сам сломал. Че, я доламываю? Какой доламываю? Или как? Или мы сможем через этот разрез достать доламку? Вон. Если есть, в принципе, эти кусочки. Утконосы, то давай попробуем за ними так сложить.
Давай попробуем. Как это ништяками. Угадай, где? Здесь? Я же слышу. Как там битое стекло. Колеблется. Угу. Угадал. А гандочки зачем нужны? Для света? Фильтр. Надо так аккуратненько снять гандончик, чтобы он не порвался. Да если что, изолента его замотать. Нет, изолента это говно, а это гандончик. Специальный материал, который не плавится лампочкой, потому что сильно нагревается. Скажи мне, как правильно? Это, знаешь, это гандон для хомяка, по-моему. Безопасный секс. Хомяки же там каждый месяц рождаются. Два месяца. Там джунгарские всякие. Ну вот им придыхать. Главное, чтобы он не порвался. Иначе хомячиха залетит. Джунгарские хомяки, они еще потом своих детей съедают. Они же вообще конченые. Джунгарские эти хомяки, они потом детей своих съедают. Съедают? Да. Там если их, короче, если этих мелких хомяков взять... Джунгарских, но если люди на руки возьмут, посадят в клетку, их потом хомячиха сожрет. Да? Да. Нихуя себе. У тебя вибра? А как же твой стильный звонок? Тю-тю-тю. А я ночью вчера поставил. Ага. Кто же это? Да. Да, да, да. Да, мы тут, короче, это, в ЦИК меняем лампочки в торпеде. Я вообще сейчас в таком положении, пиздец. Что еще раз? Ну. Хорошо, ладно. Давай, Саша. Владелец Лифана? Он купил себе 9-9? Что, серьезно, что ли? Сюда. Включи габариты. О, наконец-то я буду видеть, куда я тыкаю ночью. Слушай, мне кажется, это надо будет отдельным роликом на канале делать. Как-никак не надо менять блок печки на ЦИК, ЕГЭ и так далее. Гандончик. Снимаем аккуратненько. Вот, аккуратненько снимаем. Потому что он уже перегрелся. И он может порваться. Аккуратненько. Да все парни старше 16 знают, как гандончиками обращаться. Ну. И надеваем его на новую лампочку. Вот так. Хоп. Натягиваем. Да, расправляем, чтобы не было, так сказать, заломов. Вот, все. Ну, процесс знакомый, в принципе, только он более миниатюрный. Это пальцами большими тяжело сделать. И теперь... Это надо енотам такую штуку давать. Они, мне кажется, смогли бы эти полускуны. Они как раз там такие маленькие пальчики. Да? Да. Дима, у тебя на енотов тоже аллергия? Да ты думаешь, не знаю? Ну, мало ли. Давай, включи. О, yes. Кайф. Теперь надо все поставить на место, не сломав еще больше. Да. Я бы это... Есть влажные салфетки? Да. Для этого? Салфетки. А тебе для рук или автомобильные? Даже выбор есть? Да. Вау. Новые? Фикс прайс. Ты только. Ни разу их не открывал? Я их купил час назад. Нет, я их ни разу еще не открывал. Ё, я сейчас буду тратить твои салфетки. Сразу две взял. После диалога про гандончики это звучит странно. Она типа свет рассеивает как надо? Да.
Мы ее берем и чистим. Уже забыл, какой стороны? Да, тут не ошибешься. Самое сложное еще впереди. Ты бы включил габарит, чтобы мы видели, что все работает. Слушай, а эти лампочки... ну да, они при нажатии по коробке будут. Вай, красота, а мне нравится. Да, огонь, огонь. Треченку только убрать еще. О, как будто ничего и не было. Ну, в принципе. Теперь внимание, вопрос, как решить проблему с этой штукой. Какой? Чтоб сюда что-то всунуть, а не ключами вечно приведет. И приклеить. Ну, это уж ты сам подумай. Нет, пускай подписчики пишут, там, отвертку воткнуть. На холодную сварку туда. Так, подожди, где тут эта штучка? Какая есть? А, вот она. А. Ее тоже надо протереть. А подписчики знают про мой новый проект? Какой твой новый проект? Нива. Нива. Это же офигенный зимний проект. Так, а где еще заглушечка? А, вот. Выключи свет, я хочу посмотреть на это во тьме. Видео, камера, мотор. Ола. Слушай, а свет другой не как в той игре. Какой? Ну, не как голубой. Там он более желтый, а тут какой-то более такой. Гондончики синие. А-а-а. Ничего, вроде неплохо. Надо еще купить синие гондончики для торпеды. Ой, для приборки. We'll be right back.